Кто, еще раз, кто может загреть? Есть такие, нет? Алёбушка, ты, да? Ты слышал, что я сейчас объяснял Ханту? Да, я стоял, смотрел. Короче, надо будет переагрить, убегать от него. И да. Притвориться мертвым, потом встать в лужу синюю. Лужи больше синей для тебя не будет. А, ну все понятно. Ну то есть, когда боссу, естественно, он умрет, босс побежит на танка. И в этот момент тебе нужно переагрить, когда я тебе скажу, переагрил, и ты должен быть на максимальной дистанции от босса. Босса на себя забираешь, босс за тобой бежит, у тебя опять же там, где бафы и дебафы появляются. Ну ты визуально увидишь, что ты вырос невибически, притворяешься мертвым. И просто для себя, для любой дистанции, начинаешь его хуярить. То есть все. И мы должны убить, то есть вот за эти два максимальные вот эти вот штуки. Если мы его не убиваем... Переагрывание, понял. Да, если не убиваем, короче, то... Короче, первый он, потом я, ты главная команда, я остальная. Да, я разочек буду. Попробуем, если все будет так. Время терять не будем, как бы. Атаки под мишка будут вести эти... Так, мне большого держать или что делать? Да, большого держишь. Смотри, большого держишь. Звездочки. Остальных двух держите плюс-минус. Вот здесь вот. Естественно, Альва, если умеешь, подводи, естественно, под лужи миликов. А если не умеешь, даже не старайся. Хуй с ними. Бафы всем все раздали. Альва двоих мелких, а я босса, правильно? Да, естественно, крест напуливается, череп бьем. РЧ, на понимание, если никто ничего не понял, то хуй с ним. А на шаманах каска есть или у меня глючит? Слушай, по-моему, нету. Есть, есть, есть. Просто у меня эксперл, он тупит иногда. Войд, Войд, ШП. Все, все готовы, танки. Давайте я не поставлю, давай танки побежали. Давай, агри, я потом большого выдерну. Естественно, весь рейд уже плюс-минус взял для себя позицию. В череп. Агро, пожалуйста, держите. Диспел себя, паладин. Молодец. Лужи выводи с лужи. Весь рейд сразу в синюю лужу встал. Паладин диспел. Молодец. Косты же ему сбивать. Выводи, выводи. Бейте пока. Бейте, бейте, все надо. Лужа пропадет, весь рейд сразу разбежался. Максимальной дистанции взяли сразу. И спокойно бьете дальше. Когда лужа пропадет. Весь рейд разбежался, сталилома, отведи, сейчас я ее... Ближе. Хорошо, ничего страшного, ничего страшного. Не поднимай. Страшно, просто на дистанции бейте, ничего страшного. Прохильте рейд. По мастеру урон стопнули дамаг. Мелики разбежались, мелики разбежались. Стоим, ждем, ждем лужу. Зеленый выбежал. Ой, блядь. Слишком далеко. Не, ребята, это герой не пахнет. Ложимся и идем в бычку. Так я и говорю, нечего даже что думать. Не, ну только что, практически, нашли, это довольно-таки мало для Гера. Так а чё, давай еще разок пробуем, Дэн. А чё пробовать-то? Ну чё там, блядь, ну, блядь, сейчас не получилось. Может, сейчас... На кто нас хил аспектнется?
Ты думаешь, прохилишь 5 человек за один тик? В хиле, если вся куча в луже сдохла. Конечно. Посмотрите, сколько на роботе народу сдохло. Ну. Да. Люди просто на луже сдохли, не прожали свой деф, о чем речь. В обычке эта лужа тоже кидается. Не отошли. Давайте еще раз. Не успели, там 3 тика. Ну, смотри, ты можешь, это как его, блин, прононсить сокру, так я дам сокру, когда надо. Ладно, лужа. Давайте, Арчи, опять же, те, кто за, еще разочек, кто к тебе против, естественно, нет. Ебать вы, ребята, инициативные. Ну, пойдемте еще раз. Инициативно гибает инициатор. Потому что хорошая падает. Да я ебу, что ли. Пояс на Меликов хороший. Пояс падает. Пояс хороший, это, по-моему, меткость, да, там? Второй танк. Ты смотри, вот, если под большого кинулась синяя лужа, бля, так ты же пытайся, потом я вывожу с этой синей точки, пытайся заводить, подводи туда, под лужу, под эту. Рыбу ставлю, кушайте рыбу, у кого фласки закончились, подходим. СС опять по тем же лицам, все, играем так же. Жмилики оттуда, блин. Блин, а может как-то танк делать, чтобы чуть-чуть на миликов доставал этот, как его... это как, лужа. Ну это надо ему так рядышком ставить, блин, чтобы... Просто мы убивали, когда ставили на миликов, а так милики сейчас. Если он умеет. Может, давай я попробую, если хочешь. Не до конца было видно просто. Не, ну мы убивали так чисто, вот когда... Конечно, он так и убивается обычно, когда подставляется. Может, первого ставить на третьего или нет? Ну, забей его. Я не знаю, тотем от сил природы поставьте, что ли. Ну вы плюс-минус все видели, все прочухали. Не надо, не надо, тихоходка. Это все фигня. И арчешечку, и сесса, надеюсь, раскинут, и что по хилам. Давайте вот так сделаем момент. У нас кто-то любой может один спекнуться в хила? Нажмите. Ну да, кстати, больше хилов было вообще заебись. Тогда ДПСа точно достаточно, хила не хватает немножечко. Ладно, я спекнусь, по ДЦшу. Сейчас, погодите секунду, поем, ману установлю. СС, надеюсь, раскинуты. Все то же самое, ничего не теряет, все молодцы. К собственному соку. Что касается по сальвам, давайте, ребята, кто умеет нажать? Бабл сальву, плюс нить. Или сакру, точнее, вру сакру, бабл сакру. Самогон, ты танк, тебе нельзя прожимать. Да чё, нормально, 50 на 50 и сакру вообще без проблем. РМ первый. Хорошо, РМ один прожмешь, когда я тебе скажу. Ну, сейчас я прожимаю, когда эта вот синяя лужа прямо во всех в кучу кинулась. Я... Ты ее не засейвишь, братик. Надо, когда зеленая кидается. Лужа. Да, когда зеленая, вот эта большая, там много народу было, я прожал. Я про нонж плюс. Я просто, у меня по ДВК просто сделал. Труба Дэна, ты готов? Я это услышала. Может, с другой интонацией надо. Труба Дэна. Давайте, погнали, танки. Труба Дэна. Агри, агри. Агри, я заберу потом точечно. Дистанции плюс-минус взяли, ждем ложи, спокойно бейте, на пол задайте. Хилам синей лужи не обязательно стоять на будущее, чтобы вы знали. В синюю ложу кастеры вошли, естественно, мильки вы. Хорошо, о, вот так заебись, идеально. Заебись. Ну, говорю, что я просто не видел. Ой. Вот это не надо, ой. Выводи. Хорошо, хорошо, хорошо. Смотри, если будешь куда-то подводить, чуть-чуть ближе ко мне. Можешь чуть-чуть ближе. Спокойно. Да, чуть, да, заебить.
кастеры разбежались. Все разбежались, дистанцию взяли быстрее. Разбежали. За краску, да? Поражал. Спокойно подходим, бьем дальше. Не через лужу ебучий, синюю не надо вставать. Дистанцию, на ком молнии разбежались. От мастер рун, все, не бейте, бейте рано еще. Все, стоп по мастер рун, стоп по мастер рун, выводи быстрее сталелома. Выводи сталелома, он на луже стоит. Давайте мастер рун, убили, убили мастер рун. Затаунти, затаунти, затаунти. Поздно, поздно, поздно. Забери, паладин, забери, забери, забери. Бить его из руны. Да не, ебать, давай вапочки быстро убьем. Ну да. Чего у него гроб вдруг сорвалось у этого, блядь, сталелома? Его должны были сорвать на 100 тысяч, когда убивается второй босс. Не, ну так это ж... Подожди, мастера рун или сталелома забирает? Когда мастер рун остается 100 тысяч хп, ага. Забирает сталелома на себя. Ага. Мастер рун падает и вешается на того человека, на ком был сталелом, баф. Угу. Я понял. И когда вешается баф на того человека, кто танчил, ну то есть, естественно, он забрал на себя, на него вешается баф. И он вырастает, у него лечится ДПС на 50%. И после этого ты забираешь босса на себя. Но видишь, человек не забрал босса, и тут пошла хуета и так далее. Ничего страшного, это уж пройденный контент, так что обычно закрываем и все. Нет, перед тем, как тебе сказали, Вольфрод, когда 100к останется. Ты не забрал, когда 100к останется. Либо у тебя заретаунтили. Ничего страшного, тут все равно весь рейд уже по пизде пошел после этого. Идем все равно за ОД и всякой шляпой, поэтому рыбу ставлю. Кушайте. Отрицательный опыт тоже опыт. Конечно, вы, ребят, запоминаете, это пригодится вам на будущее. Рыбу ешьте, рыба стоит. Бать, Владик, сука, закрой нахуй, блядь, свой ротик. Владик, эротик и Трубадена. Что происходит, значит, в обычке боссе? Убивается, естественно. Череп. Убивается крест. Убивается квадрат. Боссы танчат все то же самое. Убили череп. Льем квадрат. Ой, крест, также появляются эти ебучие лужи, из которых нужно убегать. И заливается, естественно, гном. Гном, когда поднимается вверх, весь рейд от него бегает, все. Почухайте, понюхайте, принюхайтесь, узнаете. Рен, бегу, а то у меня что-то подвисло, когда заходила обратно. У меня уже коньяк теплее. Так ты его в холодильник поставь. Так это надо доставать, блядь, идти. Коньяк вообще теплым пьют так-то. Да, ну нахуй. Как ты можешь, блядь, пить нахуй, играть, я не могу понять. Легко. Смотри, учись. Чисто на расслабоне. На чили. Тут половина в рейде такие, почему-то. Точно, ладно, ребят, давайте. Все-все готовы, давайте танки разбирать свои цели, заливается первый сталелом, это большой дядя. А, естественно, большого дяди подложишь плюс-минус к луже. Не умеешь к луже подводить, забей хуй. Сори.
Вы в воде с лужи. Просто остальные все в лужи встали. Просто, ребят, вам это ОД пригодится, вы охуеете сколько. Конечно. Я когда дядя Олег это сказал, я сразу поняла, что надо ходить во все рейды. Конечно, даже те, которые уже не хочется. Было нахуй, так что можно детям оставить. Да не, ребят, и опыт, как бы, он тоже полезен. Пойдете, а вы все знаете куда-нибудь. Понюхали, принюхались, узнали такое, как охуенно. Слушай, коньяк пьешь или ты принюхиваешься? Дэн, тебе надо на ВК брать с собой коньяк и приходить. Так, он сам двоих держит? А, можешь забрать крест на себя, отвести немножечко. Подрать играем, нет? Мы играем в крест. Мы играем в крест. Я же говорил, в крест. Если пизданул лишний, то в крест. Ну, вроде нет. Нет, ты сказал крест. А, я понял, все, забей. Выводи. Лужи, вышли, вышли, вышли. Быстрее, 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 быстрее. Рассосали. Все, нормально, стоим, чилим. Ой, Володя умер, да, опять? Вова, Вова. Вова, братик, ничего не меняется, что такое? Это Вова, блядь. А я чё, блядь? Ну, Вова 20 лет стоит у власти, ничего не меняется. Уже через 5 секунд. Выводи, выводи. Сейчас я не кинется. Научилась из-за локов в ПВП играть? Я магом играю в ПВП сейчас. Подведи ближе, мелко. А, гномы, гномы, квадраты подводи ближе к луже. К луже быстрее подводи, давай, веди, веди. Посвящен без квадрата. Гера сдалась, поехали по квадрату. Надо будет проверить. Да я тебя испепелю. Выведи немножко с квадрата. Ты не держи босса в квадрате. Еще немножко. Хорош, хорош, уже все. Измогую. Смотри, как я умею. Я там прихожу на БГ и унижаю людей по-своему. Поэтому как-то так. Ты иди сюда. Ну я когда был мелкий, так делал. Что, унижал людей по-своему? Разбежались. Пацаны, я диспелю, да? Ну да, я понял, что я ни хера не дамажил, умираю от 2000, и я диспелил просто. Разбежались, перезагрузка, разбежались, быстрее, 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 быстрее. Кто сейчас умрет, тот лошара. Кто умеет, тот бить, кто не умеет, тот лошара. Блять, ко мне летит, сука. Хуя там. За шо? За шо? Идите, трэш, чисти, я пароль. Кар, бля. Ты у кого-то ворона. Бля, грудак упал опять неплохо, да? Ну, шея, кстати, неплохая. Ноги неплохие. Нихуя себе, ну пароль. Ноги рольте. Трэш чистите остальные. А, отлично. Ну понятно, Вольфор, ты же, блядь, кого наебаешь нахуй? А шаман Мелинда больше с нами не хочет играть, да? Кстати, утром он был. Да он понял, что... Ему с нами не интересно. Мелинда, он рейд, с нами да. Разве был? Не, прошлый рейд, да. 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 И он причем был. Это Джей Мелинда. Это пипец, да, как ты узнал. Джомби. Хильте чем-нибудь. Когда он был Егис. Даша, это еще. Под хильте еще сдохну, блядь. Дань, ты вау. Помнишь? Я помню этого шима. Я просто когда Мелинда был в Егисах, я с ним ругался по поводу. А, Мелинда это Ршам, он занят, по-моему, был. Я себе, блядь, сука, я ему рос. Вова, вот если есть возможность, не берите его. Нет? А чё такое? Ну, я с ним ругался по поводу его сакетов и капа, короче. Да вроде бы он нормально играет, за исключением, что он у нас в Каражане стоял в мили-зоне почему-то, когда ему все писали о том, что, блядь, уйди в РДД-зону, а он настойчиво стоял в мили-зоне. Нет, но... он плохо играет. А у него была своя но тактика, дело в том, что он нас, и он ей придерживался. Слишком сильно заговорил. По губам вот. Тебе на мейн, на офф? Надо распыл? Да я пылю все, Дэн. Если мне надо, я скажу тебе.
То, что я ролю только на расплыл. Олег, а что с настроением? Спасибо, Рэм. Все нормально, в принципе. Какой-то грустный. Не, ну я по голосу слышу, что ты чем-то недоволен. Вы Фродо подтвердите, когда я... Просто я буду термагом с вами ходить. Дэн! А-а-а. Давай Владику вообще шмоток нихуя. Ты ему и так нихуя, ебать. Почему? Я не поняла, не услышала. Ты будешь один магом ходить теперь? Я буду термагом ходить. Куда? На 25-ку, вторую. Какую? Вторую. Кто танки? Ты танк? Танки у нас есть. Какие? Рольц. На расплыл, да? Окей. На мейн есть кто? А что за роли? Владик, роль, пожалуйста, мне на расплыл. Я не вижу твоих ролов. Релодность квеста не вижу. Квест уже давно сдан. Я знаю просто, что... А мне квест так и не линканули прям. Я шарил. Такое чувство, что Вовчик сидит где-то в другой комнате. А у него микрофон где-то еще в какой-то комнате. Короче, суть в всем, по губам спекаешься в таночка. А мне плохо слышно, что ли? Что происходит на этом бой? Секундочку, ребят. По губам. Плюс Альва. Танчит грудь по стакам. Самогон танчишь, естественно, правую руку и трэшит, откуда вылазит. Плюс-минус. Плюсанули, кто слышал, все три танка. Короче, я чисто на трэше, да? По губам? Хорошо. Что происходит здесь? В правую руку играют и мелики, и танки. Как только появляется трэш, все мелики играют в грудь. Все кастеры продолжают играть в трэш. Все. А дальше уже просто по анонсу слушайте, ребята, и свичи здесь. Надеюсь, умеете. Джомби, а можешь дать, пожалуйста, фласку? Рыбу дайте. Подходи, да. Дайте рыбу, кстати, да. Я в прошлый раз мне так и не засчитала, почему-то сидела, кушала там спокойно, никого не трогала. Тебе на ретрика, Грим? Да, на ретрика. Блин, ну какие красивые деревяшки, вы просто посмотрите на них. Спасибо большое. Так и хочется их сжечь. Так когда ты научишься ПВПшиться, Влад? Рыбу все поели, не надо никому напоминать. Вольфур, что касается, за приход пришло тебе уже, по-моему. За окончание дальше. Развеселил. СС, надеюсь, раскинуты все уже. Так, танки все хилы, все готовы, танки пошли. Надеюсь, вы уже договорились, кто кого танчит. Все играют в правую руку. Рассоситесь весь рай. Дистанцию плюс-минус возьмите. Мелики, играете же в правую руку. Ну, ребята, вам напоминает, что ли? Пока что она активна, вы играете в нее. Как только вы ее сливаете, вы играете в грудь. Трэш бьет только кастера. Забери. Все, рассосались кастеры в трэш. На пул сдали. Сальву. Ага, молодцы. Им на хп дал. Трэш залили, молодцы. Гера пошла, играем в Калгарона. Во сколько станков? По 3 держите. 75% это 3 стак. 50% 2 стак. Ань, ты чё, блядь? Я, конечно, все понимаю, но, блядь. Правой рукой играй. Чуть луч не уебал меня. Вова, это ты орёшь? Реально? Серьёзно? Вова ворвался. Новый голос Лероя Дженкинс. Правой рукой залить. Я хочу его пошутить, конечно, но не стану уже тогда. Раз это Володя, то Володя серьезный человек. Хотите ачиву, залейте правую руку. Я лишу тебя жизни.
Все остальные свечнулись в левую. Свечнулись в левую. В левую руку. Танк собирает трэш под себя. Все играют в левую. Потому что хотите очи его давайте. Не хотите, не сделаем. Молодцы. О. И чё, очи у них? А, есть. У ребят-то есть у них. Mm. Мелики играют в череп. День штанов каких-то. Кастер играет в крест. Ребят, у кого там орёт, блядь? Лёбушка, микрофон, пожалуйста. А Лёбушку вы можете сразу замутить, потому что я ему даже как-то в личку писала. Сделай, пожалуйста, микрофон потише, он меня проигнорил, я его просто потише сделаю. Танки на распыл, на успех ролить. Остальные все идите трэш уже бить. Погнали, погнали. По губам мов спек, мейн спек. На распыл. Олежке надо отдать. Бля, может лучше это, кому оф? Так я и спрашиваю. Гри, мейн спек, оф спек. Не оф спек. Хорошо, Влад, буду Влад доволен, сука. Эти трэш, главное. Залить нужно одновременно. Замечайте его на сервере, пожалуйста. Буребай, мейн спек, оф спек. Кто такого рот? Чё? Вторые штаны, оф спек, мейн спек. Понятно. Я просто не понимаю, Лёбушка, ты сидишь в войсе, ты не слышишь, что ли, что мы просим тебя выключить микрофон? Или что, я просто не понимаю. Большого идите заливайте сразу дальше. Он выключил, ну и левую руку рульте. Грудь давай. Соточка по губам, понятно. Да ты его выпали. Мейн спек, оф спек, сразу говорите. Корни, корни, дайте ему. Корни, друиды. Мефистофель, не лони, мейн спек, оф спек. Распыл. Не, Дэн, не на распыл. Понятно. Блять, когда вы все пылить научились, я ебу. Не говори, да? Не говори. Ну, возвращаемся на кашасницу, не? Убиваем. Хотя можете возвращаться, ставлю рыбу, в принципе. Она уже здесь рядышком. Кушайте, пейте, восстанавливайтесь. Рыбу встречает, ешьте. С учем, все преследуют, естественно, по себе уже можете давать масса антифира, все шаманы ставите тремор, естественно, тоже антифир. Можно шаманов к танкам хилам как-нибудь? Сейчас. А, серьезно, 25 человек, нет мага, ни одного мага просто. Я спамлю мага, нету их нахуй. Да давай я буду магом играть. Да давай я буду в льду ходить магом. А, локов, блядь, сколько. Просто если надо, я могу магом ходить. Все, естественно, по тем же раздали, в крест вжались. Вжались его. А ну, подожди. Его. Ты танчик, блин. Танчит ДКшник, оспек, естественно, самогон, естественно, держит кошатницу. И тогда надо спекаться фурик обратно. Давай, 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 быстрей. Или ты чё, или у тебя на ТПшкаться? Так, я кошек же держу самогон, да? Да. Если бафа у него нету, блядь. Ну, ты как с Вовой разговариваешь? Все, давай, жались в угол быстрее. Стыкните джиус, пожалуйста, после кошатницы. Все, 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 вжались в угол, бомжей сдали, бомжей сдали, бомжей. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Геру сдали. Прохил, прохил, прохил. Давай, 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 давай. Хилим, хилим, хилим. Можешь встать, вставай. Хуёво встал, я понял. Можешь. Заливая мелких. Подведи немножко, подведи к рейду. Подведи к рейду, они прыгают же. Все, все залили. Так, вестник смеха поднимает Войда. Каст, каст, блядь, ты ко... Че, ёбнули? Че, блядь, фурики?
Вестник поднял, я так понял. Я понял. Там самый сложный босс Аури. Она сам ебанутый. Тихоходка, поднимаешь шлем от Зи. Вот этот, который с тобой. Как я тебе его подниму, не на друиде? Тихоходка не на друиде? Алло, я на шамане. Триходка. Алло. А, триходка. Алло. Как он говорит алло. Тихоходка, алло. Алло. Сорян, алло. Каз, блять, вары. Вы чё, блять, бычок не можете прожать, что серьезно на. Ой, блядь, я не похожу. Ложимся, блядь. Вы а чё, реально? На всех был абсолютно. Ладно, ни с кого не сняли. А ты знаешь, что могут вары снять бычком, андеды могут снять бычком, а ДКшники могут снять. А что такое бычок? Да? Да, всё, пизда. Сливаем нахуй. Это ро, ребят, блядь. Бычок это, блядь, жёлтый или красный он там нарисован, я не помню. Или берсерк или как? Красный, красный. Как он написан? Берсерк или как он? Ярость берсерка. Вот. Угу. Вот, когда кидается вот этот фир, ты нажимаешь ярость берсерка и ты такой, нихуя я не фире, ебать! Сейчас творить буду! И ты такой, хуяк, ему маскаст избиваешь, он такая, хуяк, такая, ебать. Я не вытащил на панель, сори. В бою не вытаскивает, сейчас вытащу на панель. Сразу видно не ПВП, ДК, вар, бля. Да я не вар, я приз вообще. Еще и приз с бычком, да? Пошел пизду. Ай. А у престов, если что, воля отрекшийся есть такой скилл. Как трейн. Зуботычина, если что, называется. Сбивать каст, вар. А что там, ебать? Самое хуёво, ребят, что бомжей нету, и поэтому кушайте рыбу. Как нет бомжей? Целый рейд бомжей. Я еще два босса, наверное, мне убегать надо, вот, кошатницу и хадинера, лупанем еще может успеть. Мы поняли, ничего страшного. Рыбу ешьте быстрее уже. Исполнять, как говорится. Каз главное забивать, и босс самый простой почти. Бомжей нету, да, ни у кого? Есть. В канализации только. Короче, все жались быстрее, вызывайте бомжей и пуль. Бомжей уже пошли каст, надеюсь. Если нет, то пизда пол рейда опять. Не зыбку давай. Так вы, блядь, танк хоть хит. Ой, бля. Шо там, ебать, эй? Где? КДМ меня. Рано, блядь, тут пока не убивает. Альва, давай, забери босса. Альва, босса. Угу, проверни. Хорошо. Малдиспи. Каст, ебать, сбили. Все, красавцы. Так, что касается магон, смотри, когда будет масфир, ты даешь кошатнице стан и таун. Не Аури, а кошатница. Берегитесь. В смысле? Да я ебу, блять. Может кошатницу сдад. Берегитесь. Здесь каст, молодцы. Гениально. Сразу обратно ворвались, ничего страшного. Кто может встать, вставайте, кто не может лежать. Защитник упадет. Геру сдали. Вывели рейд. Ой, бля. Гим на хп дал, выводи в угол любой, заводи рейд. Любой угол, быстрее, быстрее, быстрее. Вот это надо раньше анонсить, когда кошатница падает. Ты либо ее выводишь с рейда, либо диспел. Ничего страшного, обратно возвращайтесь сразу под босс. Ты либо ее выводишь эту кошатницу с рейда, когда у нее мало хп. Либо ты анонсишь. Берегитесь.
Ложимся. Ладно, давай по-другому играть, если вам так сложно. Ребят, я, конечно, прошу прощения, но я каждый сам за себя прожал, сбил Rust каст, и прожал волю отрекшуюся это, и прожал и выбил второй каст. Ребят, ну кто-то еще сбейте, пожалуйста. А что такое каждый сам за себя? Это у хьюманов способность. Я дважды снял себе эфир и дважды сбил каст. Ну, ребят, у меня только две обилки. Ну, смотрите, у вас, ребят, Рок сбил 11 кастов. Альва сбил 5 кастов. Рок уже другой сбил 2 каста, ребят. Вы что, ёбнули, что ли? Вы что, не умеете каст сбивать, что ли? Я чайку ебану. Ну, ебани, конечно. Кто тебя запрещает ее ебануть? Маги можете, я не знаю, попробуйте антимагию кинуть, если я не знаю, если у вас так все хуже. Денчик, у нас нет магов в рейде. Давай я зайду магом себе. Да не надо. Кстати, давай... Ты, блядь, зай... фуриком касты сбивай, братан. Так каким образом, скажи мне только. Зуботычную кидай в босс, вот бычок. Тебе уже, спрашивает? По-моему, рэ... фурик. Вон Джим стоит, дядя Володя, нахуй, блядь, пользуйтесь. Ой, дядь Володя, рыбу что ешь? Мы из вас сделали? Ё-моё. Ну, очевидно, ставили бы свои джипс. Поцеловала в носик. Короче, да. Что сейчас будет происходить, еще раз, если вы не умеете, естественно, нонтить, выводить, мы убиваем первого кошака. Убили кошака, отвели босса, босса играем дальше. И так далее. Ой, тётя, надо уходить отсюда. Конечно, бьем там же в кресту, вжались, бомжей сдали. Если есть, если нет, хуёво, опять пол рейда ляжет, там же без анонса полетел. Ну да, без анонса, пиздец, пацаны. Что это было? Почему я сдох, нахуй? Это твоя участь, блядь. Ну, нет, интересно, блядь. А, минус три сразу со старта, нормально? Понятно, вон, я не знаю, что там за пульчики такие. В чем суть? Играем босса спокойно. Когда появляется кошак, играем все в кошака. Берегитесь. О, блядь. А тотем трепета этого не снимает? Геру сдали. Тремор на пати действует. Берегитесь. А Вова там всех положил, пока стоял. Дикую защитницу играем. Кошку. Поехали. Сейчас же убегать надо будет. Да, сейчас мы ее заливаем. Можно я из рейда. Буду? Выходи, выводи с угла. Залили. Ой, в углу ее. То уводи в другой. Под морду встали к боссу быстрее. Я больше костов не собью, я отдал уже все. Сука, кто сейчас не собьет только? Мог бы я бы сбивал. Берегитесь. Вот кто тут эту хуйту сейчас сбил, я видно. Берегитесь. Может, они путают косты, какие надо сбивать. Сбили. Молодцы, я еб... Затаунти вот этого кошака, играем в кошака. В кошака играем. Встаньте, таунтите этого кошака, играем в него. Рэму подними, вестник. Вестник мертв, хорошо. Три ходки подними Рэму. Выводи. Выбежали быстрее. Отводи быстрее. Другой угол, хорошо. Жали. Гимноману дал. Антифер есть, присты обновили. Берегитесь. Каст, молодцы. Забили на кошака, играем в аурию. Кошака просто таунти и стань на себя.
А потряс не войти, что ли, не успевали? Он чай пошел варить. Угу. Прав, Акаш. То я думаю, мы не с кем соревноваться. Вова, чё, каз сбили? Вова умер? Доходим до ходера, будет перекур. Ох, колечко. Классно разлеглась она. Встаем, идем бить дальше трэш к ходеру. У ходера будет перекур. Там даже можно в щель заглянуть. Какое? Кольцо на танк, рольте. Вадик, зачаруй там. Ебать. По губам, мейн, оф. Пожалуйста, только не на распыл, блядь. По губам. На распыл. Хорошо, кому на мейн, на оф надо? Мне надо. Кому? Ой, блядь. Вагоны, блядь. Гремес, гремес, гремес. Хорошо. У босса Дживс отыкнул. Я Дживс ставил уже. Не тебе? А, спасибо большое. Я Дживс ставил уже. Нет, у меня КД. А рольте. На мэй никому не надо? Молчат, значит никому. Сказали, чтобы я его распылил. Ой, Вова, блядь. Кольчу бы рольте. Нет. О, труба Дэна, ты мне на распыл. О, спалились, ребят. О, блядь, сосать левать, нахуй. Ты какие вещи говоришь? Так нельзя говорить, ты что? Ты в кругу друзей. Дайте корешки ему, блядь. В кругу друзей разве можно такие вещи говорить? Я бы сказал, нужно. Шесть, спокойно. Убиваем Хэми, Торим убиваем в обычке. Фрей убиваем, кому в Хэми надо, плюсуйте. Кому не надо, нихуя не делайте. Давайте быстрее. Времени мало, на все про все у нас уже мало времени осталось. Там обычки ебес идет, да и все. Да я понимаю. Короче, я на этом фурике, что обезьяна с гранатой, я тебе хочу сказать. Ты слишком самокритичен. Короче, трэш добиваем и на все про все на ульдуар у нас 30 минут. Потом идем оню закрываем и, естественно, лутаем ЕП. И завтра уже что остается? Охот. Влад, ебать, я тебя разнесу нахуй за локом в кизяк, нахуй. Ты... Чего потрясно? Вова, сейчас я своим локом зайду сюда. Владик нарывается там, видишь? Короче, завтра... ребят, курите до 4 часов, 10 минут плюс-минус, чай, кофе, плюшки, дальше без перекура идем. Завтра ИВК у вас будет, да? Завтра и Грул Магик, если люди как проявят себя в ИК обычки, покажут, что они понимают, что такое тактика, могут ее освоить. Если нихуя не поймут, естественно, времени уже не будет, чтобы траить и так далее хуявили. Владик, я же твоего пала уже не говорю, блядь, ракового, нахуй. Удали перса, нахуй, не позорься. Так что курить еще 9 минут. Чай, кофе, плюшка. Проорал, ебать.
Тебе приснилось, видать, братик. Смешно, смешно сказал. Да-да-да, конечно, я заметил. Как ты упал с двух спеллов, ебать, я тоже видел. Влад, ну ты же рак, ну что ты, блядь, правде в глаза смотри, ебать, урод. Постоянно падал. Вова. Сам с собой разговариваешь? Вова, когда там... Я с ним, он пишет просто, а я говорю ему. Вова, когда там новый PvP сезон? Да хуй его знает, братан, я не видел еще. Хочу тебе там объяснить чуть-чуть. За что? Хочу, о, ребят, тебе... кстати, я тут немножко напиздел, у нас оказывается полтора часа, мы же с двух начали. А максимум 4 часа РТ в день. Сова больше дает в рейд, чем дамажит. А дамажите вы от сейчас совы. Сейчас зайду на свою сову и боссу у тебя сверху. Понял? Ого. Это... Ого, а кого там, на кого будет ссать, я так и не понял. Это что, золотой дождь? Да, золотой дождь. А потом еще камнепад будет, если он не замолчит. Ты только подошел, такие подробности. Слышь, Владик такого уродливого эридара сделал, блядь. Я тебе разочаровался в тебе, Владик. Ебать, у тебя прям смайлик на ебальнике, да? Хочешь прям с башки взять? Я тут каких-то мобов спулил, из снега вылезаю. Ну разъебывайся с ним сам. Да, шучу, ничего не спулил. Ну и так в натуре, у тебя танки есть, зачем тебе танк, блин? Давай я буду просто приходить бить, и все, блин. И всем будет хорошо. Пиньята, может быть, и не дамажит, а пиньята дамажит. У меня тоже танк есть, 232. Это Вова, блядь, твоего блока хватает. Блядь, не весели нахуй, ебать, хоть ты, блядь. Ой, блядь. Ну ладно, у меня еще один лок есть, демон, короче. Могу локом ходить. Я тоже шучу, когда на сову зайду и сяду тебе прям на лицо, чтобы ты задохнулся. От восхищения. Так кому там сяду, ты так и не понял. Владик, ты там это самое... Кто там восхищаться будет? Владик, ты там никак не можешь успокоиться. Восхищение совинного могущества. Ой, там еще то могущество будет. Спаснулся еще. Питок получается. Все, хватит, Савин, шаманчиш. Сейчас на тотем посажу. Вот, смотри, ставлю тебе, присаживайся. Что там все такой ненасытный, присесть и хочет. Дайте фул ребаб, ребят. Торекс, коноплянка, аква, триходки. Алло. Не прокурились еще. Что там в вечернем рейде, кстати, какие-то места есть? Mm-mm. ВВК-25. Это уже как придешь, будешь сидеть ждать, возможно, будет. Кто его знает? Подпишись.
Ну, если понадобится танк 4Т4 ДКшник, то это самое. Скажите. Ой, ДК навряд ли, ДК есть уже. Других пока не одел еще. Че страшно. Последнюю РЧ-шечку. И сколько там у тебя кусков осталось, Дэн? Кому? Тебе, Волонера, блядь. 22 или 21. Я хуй знает, в ГБ лежит. Или 20, в душе не я. Короче, с учём на этом боссе. Вы, главное, ребят, двигайтесь, а там все зальется. В костер около костра стоим на определенной дистанции. В луче стоим, такой синий будет под вами. Из луж выбегаем, который еще не появился. А когда будут две такие большие лужи, прям здоровые, вы в них забегаете, потом проносится масса АУЕ, и вы такие выбегаете, тихо ли бьете дальше босса. Что касается меликов, фрост-ауру, кто у нас занял? Тот, кто имеет мастер-аур, надеюсь? Что-что занял, что-что? Фрост-ауру на ком? Кто знает. Я, Рэм, у тебя хорошо. Рэм, сдашь мастер аур, естественно, массакру, если быстро среагируешь. А что касается дальше, первый гимн сдаст, естественно, Войд, второй Джомби, третий Алла, ДЦшник. Ну, до этого, думаю, не дойдет. Первый заливаем глыбы, второй уже, что попало. Нету. Хуёво делай, раз нет. Так, все, давай, поехали. Заливаем глыбы сначала, в первую очередь танк. Самогон просто на ассисте будет, если чё, вдруг чё. Чувствуешь, когда дуновение пойдёт, дашь этот сакру. Я не успел с душа выйти, тут уже движ начался. А что ты там делал, хлопец? Блять, вообще-то я собираюсь уже. А, точно, забыл, братиш. Герус, дайте. О, куда он собирается? Дуновение принял. На день народжения иду сейчас. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. И этот вкус бодрящий. Праздник вкус всегда, всегда настоящий. Забежали на большие. Быстрее, 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 быстрее. О, блядь. Пацаны, пизда. Добиваем ходера. Просто да. Добивайте ходера. Ходер, который украл ваш ПС. Вы молодцы, идите трэш чистите. Опять запа упали, да я ебал. Блять. Сука, ну почему их нельзя одеть в ловку? Это запы супер-пупер модные. Короче, двух мобов надо залить одновременно. Так что давайте, ребят, иди чисти, я разролю. Да, Фрей, я тоже походил. Сделай крафтовые запы.